Всем привет, друзья! С вами я, Михаил Самолетов, и вы на канале «Едим еду». Шутка. Вы на канале «Авторынок Владивостока. Зеленый угол». Сегодня я нахожусь в Китае. И в Китае сегодня мы обозреем с вами вот такой вот фэшн-хот-пот. Данное заведение представляет собой вот что. Получается, есть вот такой вот казанок. В казанке водичка. Приносят маленькие закуски и вот такое вот мясо. Вот видите, люди сидят, едят. Здесь бесплатно вы себе, получается, накладываете, мешаете соус, куда вы будете кидать вареное мясо. Соуса тут мощнейшие. И тут с кунжутом соевый и какой-то зеленый. Вообще какой-то пахнет, я понюхал, какой-то лобой. И острый, и чесночок, и такой свежий этот красненький. И посыпка арахисовая, и вот такой вот кунжутец. Съел кунжутец, молодец. Сахар, вот этот усилитель вкуса. Также здесь, в этом кафе, как во многих других кафе китайской кухни, представлены такие напитки. Я не знаю, как по-русски, это самогон, наверное, да? Но суть в том, что чарка, ну как, шкалик, стопка, 2 пяти, 15 юаней, да? Да, 15 юаней. Трудная пейза, замада, ойха. Короче, стакан, вот такой стакан. Получается, вот 2,5 лян дяру лян. 2,5 ляна, это вот такой стакан. Не знаю, сколько это по размеру. Тут вообще какой-то осьминог внутри плавает, или кто это? Летучая мышь, блин. Летучая мышь. Водка на летучей мыши. Вы знаете эту тему? Известная водка. Здесь у нас вот такой вот какой-то тоже червяк, или кто это? Не фокусируется. Вот накладывается, мешает соусец. Проверим сейчас. Чик арахиса. Потом зеленушечки мощнейшей. Опа, С. Что это такое? Зеленое пошло в ход. Вот, понятно. Здесь у нас идут, когда вы покупаете, именно в этом хот-поте, когда вы покупаете еду, то вам, получается, дают уже бесплатное блюдо, которое входит в стоимость, сервировка. Здесь у них нарезочный цех. Проникнуть в святая святых. Пошла. И кукурузка, и огурцы. И вот здесь у них лучок. Вот. Вот так вот выглядит нарезочная машина. Вот мясо нарезается очень тоненьким слоем. Тончайшим просто, посмотрите. Тончайший слой. Впору с толщиномером. О, ребята. Вот это подгончик, смотрите, уже все. Принесли мне, это у нас баранина. Баранины здесь 3 вида. И вся она старославянская, какая-то языческая. Я тут не понимаю, что это значит. Это какая-то хай, штли, эр. Короче, разные виды баранины. Я взял за 24 юаня. Шанхай, орешечки. Нет, худобка. Принесли картошечку. Ребят, лучок. Вообще не лучок, а божественно просто. Чак. А мелочка такая толстая. У нас тут огурцы. У нас тут тофу-салатик нарезанный. У нас тут вкуснейшие, мощнейшие водоросли. И вот здесь есть всякие, это по-русски, листья салата. Блин, орешки вообще мощнейшие. Салат. Конечно, салат. Так, пролил, ничего страшного. Стол выглядит вот так. В середине стола идет казан. Казан наливает бульон. Есть основа острая, есть основа не острая. Ну, допустим, ребята здесь кушают. То же самое, в принципе, как у нас. Тоже вот уже. Ну, спрайтика наливает. А вон ребята Шанхай. Шанхай взяли ребята. Вот так вот выглядит эта кафешка. Сейчас я вам покажу. Она двухэтажная.
называется Fashion Hot Pot. Модный самовар. Модный самовар, ну и названится. Кстати, в Китае везде можно взять на прокат повербанк, я так понимаю. Сейчас нам нальют водички. И мы будем с вами пробовать вкуснейший, мощнейший супец. Принесли самовар. Пошел. Пар мощнейший. Как будто паровоз работает. Чувствую, одной подложкой мяса я не наемся. Чикана. Скинула туда специи. Еще лучок. Все, сейчас буду варить и показывать вам эту систему. Ребят, пошло. Берем палочки. Палочки нормально возьму. Палочки неудобные, если честно. Все, берем вот так вот. Закидываем, да? Закидываем чик. Бараний. Вот это берем сейчас. Бля. Ушла картошечка одна. Мощнейшая, конечно. Все, варим. А пока попробуем сейчас огурцы. Как говорится, любишь огурец, ты молодец. Сейчас берем огурец. Просто острейший. Ребят. Это божественно просто. Очень вкусно. Пойдемте пока соус возьмем. Давайте сделаем соус. Продел тот китаец. Чесночок в масле. Зеленушечка. Так, а еще налить маслице, точно. То масло. Напитки. Что, я говорю, не ляу дро, сильно. Во. Зобин, а. Йо бин, а, йо калема. Нара. Два сен, си хуай. Йо бин дама. Лай пин. Все, все. Заказали еще кока-колки. Здесь вот у меня тоже огурцы, все нарезочка. Сейчас мне принесет холодненькую колочку, ребята. И будем снимать пробу пюра. Все, кока-колу принесли. Сейчас еще возьмем себе тарелку. О, ребята, ребятушечки.
пошел жор, как говорится. В гостях хорошо, а пожрать еще лучше. Берем палочки. Что-то еще оно не до конца сварилось. Сейчас вообще все закинем туда сразу. Картофан залетает. Залетает картофелиус. Пойдем сейчас посмотрим. Вот так это выглядит со стороны, ребята. Сейчас еще вот так вот. Вот так сейчас я ебаню, ребятушки. Так. Все, сейчас будем пить кока-колку. Сейчас мясо доварится, я его в соусе изваляю. Дальше кока-колка, видите, как с пузырьками. Холодненькая. Вкуснейшая просто. Все, ребят, за вас. Чокаемся. Итак, ребят, все, мясо сварилось. Сейчас буду делать первую пробу пира. Тут уже все кипит. Давайте попробуем сейчас ее соусом. Бага. Вкус просто божественный. Ну что могу сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше больше. Скоро газуем Японию. Желаю всем вам хорошего настроения, приятного аппетита. Вот, хобо у соседей. Все, всем пока. Ставьте лайки. Итак, друзья, вот я и поел. Обошлось все 87 юаней. Я еще взял филе. Я взял вот за 33 мяса. И верхнюю часть, и этот гао, короче, верхняя часть этого мычит баран, то есть примерно 870 рублей, ну 800. Все, я ухожу из кафе. Вот так вот здесь ребята кушают, да, со столами выбираются. Все, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравился хого. В следующий раз идем в шашлычку и объедаемся шашлыками. Всем пока.